Вечером после работы вы идете домой, как стадо. Дома обед и газеты. Телевизор умет голос совести. А завтра снова работа. Деньги, карьера, буфеты. Но нас не купить за деньги. Наш крик не умет репродуктор. Мы не такие, как вы. И ценности ваши, как дым марихуаны. Для нас. Игла нам заменит родину, которую вы разбазарили. А музыка, рэп и регги, гимн против вашей сытости. Короче, приезжает мужик из командировки, заходит домой, смотрит, а там стоят ботинища, две ноги сунуть кожу. Раз в комнату, а там пиджак аж на двух стульях висит. Короче, в спальню смотрит, на жене, а мутерный негр лежит. Он такой, что делать? Раз на кухне, хватит сковородку, бегает, хлопыть его по жопе. А негр такой поворачивается. Окей, пошло! Что делать? Дырку полу поселил, насрал туда. Француз сидит, смотрит говно, а сам насрал вниз. Входит комиссию, немцы чисто. Француз чисто навоняет. Сучатся к русскому, тишина. Кричат, открывай давай за две иголки. Тебя подплывай. Еще, еще. Василий Иванович, говорят, что колодец нашли. Да ну, пошли покажу. Приходит колодец, петь на голову, пьет, кричит. А будет спит.